Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. При общении с человеком, который меня обижает в моменте словом, я пытаюсь реагировать вариативно, делаю вид, что не расслышал, или говорю, зачем ты мне это говоришь, хочешь обидеть, или говорю, что неприятно. То есть культурно реагирую. Проходит время 1-2, я начинаю переживать, злиться, плакать. Меня захлестывает обида и злость. Хочется дать морду этому человеку. Все это повторяется регулярно, что я делаю не так, или проблема в том, что я, по сути, человек добрый и не могу всегда быть наготове к скандалу. Как быть? Я думаю, что вы реагируете более культурно, чем вам хочется. То есть, я думаю, что вы реагируете не так, как вам хочется, а через определенный, так скажем, локус контроля. Вот. Поэтому вот то, что вы себя сдерживаете, потом приводит к тому, что вы чувствуете то, что чувствуете, то есть злость и обиду. А, по-видимому, есть люди, которых вам хотелось бы, вероятно, обидеть самой, то есть, ну, есть люди, на которых у вас есть злость, есть люди, которые, ну, вот, вызывают у вас какие-то негативные чувства, и, соответственно, эти чувства вы не прожили, а пытаетесь себя сдерживать, вероятно, пытаетесь быть хорошей, и вот отсюда вся вот эта история. Поэтому как быть? Проживать те эмоции, которые у вас вот остались, да, которые у вас сохранились от, скорее всего, вот взаимодействия с другими людьми, да, то есть вот эти другие люди, которые, значит, ну, как-то вот на вас повлияли, да, они остались в какой-то степени для вас, ну вот, скажем так, недосягаемыми, вот. То есть этим людям вы, скорее всего, ничего не высказали из того, что вам бы вот хотелось бы. И вот, соответственно, вот такая реакция вот, значит, ну, происходит у вас. И, на мой взгляд, именно с этими аспектами вам и нужно работать. Вот. То есть, сначала признать, что вы можете на кого-то злиться, сначала признать, что вы можете на кого-то чувствовать злость, вот, обиду, агрессию, может быть, вот, а дальше ее последовательно стараться выражать, вот, и я думаю, что, в общем и целом, это позволит вам несколько лучше реагировать на вот те ситуации, которые возникают. Кроме этого, на мой взгляд, если вас как-то обижают, да, вот, ну, вы говорите, да, что вас обижают люди, то я думаю, что если вас обижают, то это связано с тем, что вы транслируете людям вот свою некую такую
ну, может быть, агрессию, да, может быть, какое-то недовольство, вот, то есть, что-то вы транслируете людям, и они вам вот это, ну, возвращают, поэтому на это, на то, какой у вас в целом посыл к окружающим, на мой взгляд, тоже нужно обратить внимание. И уже думать о том, как вы могли бы все это выразить, да, как вы могли с этим обратиться. Вот. Ну, я думаю, что такой примерно ответ можно вам дать сейчас, вот, с точки зрения психологии и с точки зрения вот психотерапии, да. Вот, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.